Мобильный отряд правопорядка «Патриот» готовится к летнему сезону. Для реализации всех проектов дружинникам не хватает собственного помещения. Николай пришел в отряд 2 года назад. Правоохранительный отдел, в котором он состоит, регулярно помогает полицейским патрулировать улицы. Сейчас Николаю 20, и он уже не рядовой дружинник, а руководитель. За порядком на улицах под его началом следят 12 молодых ребят. Выявляем нарушителей, если также если с алкоголем, распитие спиртных напитков, если с патрульно-постовой ездим, то если распитие спиртных напитков в общественных местах, то остальным делаем замечание, либо забираем в отдел. Ребята не только следят за безопасностью горожан, но и ведут социальную работу. Проводят юридические консультации, приглядывают за пенсионерами и даже собирают одежду для нуждающихся. Правда, и здесь приходится пробиваться практически с боем. На территории Невского района, а также все организации действуют по социальному направлению, централизованный пункт социальной помощи. Сейчас хотим добиться выдачи, так сказать, помещения отдельного, с отдельным входом и его оборудованием. На лето дружинники приготовили для молодых жителей района интересную походную программу. Ребят ждут курсы так называемого бушкрафта, прикладного выживания на природе. Школа жизни, через которую должен пройти каждый мужчина. И не только. Мы учимся изначально банальному ориентированию. Развести огонь, приготовить пищу, добыть эту самую пищу в лесу. У молодежи действительно, когда кто-то первый раз приходит на подобное мероприятие, у них горят глаза, и вот эти вот элементарные вещи кажутся каким-то происходящим чудом. Присоединиться к походу может любой желающий. Дружинники обещают научить всех. Когда и куда планируют отправиться ребята, можно узнать в социальных сетях. В группе мобильного отряда правопорядка «Патриот».